Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. На торжественном митинге временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Тувы Вячеслав Макаров поздравил всех сотрудников полиции с профессиональным праздником и столетним юбилеем образования ведомства. Он подчеркнул, что служба в органах внутренних дел – это напряженная, но важная и очень нужная людям работа, требующая мужества и отваги, выносливости и хорошей физической подготовки. Именно поэтому в первую очередь поздравили ветеранов МВД и сотрудников погибших при исполнении. 97 сотрудников Министерства Республики отдали жизни в борьбе за безопасность наших граждан, сражаясь за спокойствие и мирную жизнь. 32 сотрудника стали инвалидами военной травмы. Ничем не заполнить боль от потери родного человека. Далее прошло возложение венков к мемориалу погибших при исполнении полицейских. Нужно всегда помнить о том, что мы первыми приходим на помощь к людям, находимся в постоянной схватке с преступностью, говорит ветеран Министерства внутренних дел Республики Василий Берлей. Страшно молодым, особенно можно сказать, первый раз, второй раз. К этому никогда не привыкаешь, это до конца своей службы, можно сказать, борьба с преступностью есть. Это борьба со своим характером, можно сказать. Вот в основном в этом отношении. Напомним, сотрудники органов внутренних дел свой профессиональный праздник отмечают с 1962 года. Тогда был издан указ о введении государственного праздника Дня милиции. Милиция свое законодательное оформление получила на основании постановления Наркомата по внутренним делам от 10 ноября 1917 года. В октябре текущего года завершились работы по проекту Кахемского района «Светящий Кахем». В районе установлено 605 светодиодных энергосберегающих светильников по 100 Вт. Администрация района в рамках проекта обеспечивает комфорт и безопасность местных жителей. Кроме того, уличное освещение поможет в уменьшении количества преступлений в общественных местах, дорожно-транспортных происшествий и скотократства, утверждает глава администрации Кахемского района Алексей Чаланон. Напомним, проект «Светящий Кахем» запустили в прошлом году. Меньше чем за два года на реализацию проекта из местного бюджета было выделено более 4 миллионов рублей. На эти средства были приобретены все комплектующие. Установкой и подключением занимались представители поселковых администраций. Однако на этом администрация района останавливаться не собирается. На следующий год ими запланирован проект «Безопасный Кахем». Будут устанавливать камеры уличного видеонаблюдения. Это инициатива председателя администрации села Кундустук. У себя в селе он уже запустил в работу камеру наблюдения, благодаря чему был раскрыт один случай котократства и один случай уличного преступления. Компания «ТВ-Энерго» сегодня запустила новый трансформатор в районе студенческого городка. Жильцы двух улиц обратились в компанию 3 месяца назад с просьбой подключить электроэнергию. Люди купили дома и земли на данном участке несколько лет назад. Но на сегодняшний день из всех жильцов договор на потребление электроэнергии есть только у одной семьи. Данные жители были как-то подключены по временкам, ничего не платили, как было сказано. А когда их отключили, что было бездоговорное потребление электроэнергии, они всем своим микрорайоном пришли к нам у ТВ-Энерго требовать подключения. Ну, мы свои мероприятия выполнили. Компания в короткие сроки после обращения граждан начала работу по установке линии электропередач, а после и трансформатора. Мощность новой подстанции обеспечит электроснабжение всем домам по этим двум улицам. Были установлены по 0,4, это 15 опор. По 10 киловольт мы установили 12 опор. Всего СИПа у нас натянуто десяточного, это 1,5 километра. И СИПа ВЛИ, это 0,4, это было натянуто 580 метров. Данное мероприятие позволяет уже жителям этого района, мы сегодня включаем подстанцию, то есть по техприсоединению мы их подключаем. Чтобы у жильцов этих улиц была качественная поставка электричества, им нужно заключать договоры на потребление электроэнергии в офисах компании ТВ-Энерго, говорят сотрудники компании. Для этого нужны копии паспорта, свидетельство на право собственности на землю и дом и СНИЛС владельца.
В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в период с 13 по 17 ноября в общеобразовательных школах, профессиональных училищах, детских домах Кызыла будут проходить мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям. Так, в региональном управлении Министерства юстиции России 20 ноября откроются пункты приема граждан, детей, родителей, законных представителей по вопросам реализации прав детей, в том числе по вопросам опеки, усыновления, взыскания алиментов, решения жилищных вопросов и другие. Кроме того, в этот же день прием граждан будет осуществляться в общественной приемной хурала представителей города Кызыла. В районах республики, помимо школ, прием будет вестись в администрациях, органами опеки и попечительства, органами ЗАГС, адвокатами и нотариусами. Глава Тувышелбанкараул посвятил очередной муниципальный час вопросам развития Тандинского района, считающегося главным зерновым районом республики. Он ставит задачу в партнерстве с частной компанией «Тыва-холдинг» возродить на территории бывшей житницы ряда аграрных предприятий и их интеграции в ключевые сельскохозяйственные кластеры Тувы. Властям региона холдингу выделено 10 тысяч гектаров пахотной земли, передана необходимая сельхозтехника, посевной комплекс, удобрения. Хозяйство планирует выращивать здесь пшеницу и кормовые культуры, в частности, овес. Зернопроизводство предполагается замкнуть на входящие в холдинг животноводческие предприятия, среди которых птицефабрика «Енисейская», откормочные площадки Сукпакского мясокомбината и ряд других, находящихся на стадии становления и проектирования. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 29 копеек, евро 69 рублей 4 копейки. Валерий Гаркалин, Александр Носик, Ирина Лачина, Павел Белозеров и Ярослав Бойко в комедии «Страсть Аполлона». 21 ноября в Национальном театре. Берем холодильник, стиральную машину, микроволновку. Ба! В РБТРУ акция. При покупке от 3 и более единиц техники вы получаете скидку 10% на весь комплект. РБТРУ. Е капиталын пажин садып паза тудып алырынга ажыгларынга тузаларбыз. Сез 600-700-500-10-10 ии. Валерий Гаркалин, Александр Носик, Ирина Лачина, Павел Белозеров и Ярослав Бойко в комедии «Страсть Аполлона». 21 ноября в Национальном театре. Следователи Тувы проверяют трагический случай в одном из сел республики. После тушения пожара в одном из домов в селе Карахак пожарные нашли тело ребенка. Как оказалось, это была девочка возрастом 1 год и 8 месяцев. Она не смогла покинуть дом, когда начался пожар. В настоящее время по данному факту проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием установлено, что мать троих малолетних детей на время ушла к соседке, а в этот момент из печи выпал уголек и начался пожар. В доме находились три ребенка возрастом 8 лет, ребенок возрастом почти 2 года и еще один малыш 4 месяца. Старшая девочка смогла вынести из огня младшую, а вот один ребенок выйти из огня не смог. В рамках регионального приоритетного проекта «Успешный ученик. Эффективная школа» новыми компьютерами оборудованы 20 школ по всей республике. Это общеобразовательное учреждение Кызыла и районов Тувы. Тувинский кадетский корпус вошел в число школ, которые получили новое оборудование. В кадетском корпусе оформлен класс информатики. Также автоматизированы 9 мест учителя в разных кабинетах. На сегодняшний день современный технически оборудованный класс – это компактные ноутбуки, которые легко переносить по территории корпуса, и интерактивная доска. Институт оценки качества образования Министерства образования и науки Тувы сообщает, что во второй половине текущего учебного года в Тувинском кадетском корпусе планируется ввести систему видеонаблюдения. Данная система позволит наблюдать за ходом учебного процесса, не находясь в учебном классе. Также это влияет на усиление внутришкольного контроля. Помимо видеонаблюдения, в планах также введение оборудованного кабинета по основам безопасности жизнедеятельности. Кроме того, в течение текущего учебного года 15 классов кадетского корпуса будут снабжены многофункциональными принтерами.
С 1 по 2 ноября в Татарстане в рамках форума под названием «Казан Туризм Форум 2017. Ориентиры будущего» проходил финальный этап конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Впервые в конкурсе принимала участие Тува, который представил отдел туризма Министерства культуры нашего региона. Республика представила выпущенный в прошлом году путеводитель по Республике Тыва. В нем основная информация о нашей Туве – история, культура, природные условия и ресурсы. Перечислены заповедники и памятники природы, виды туризма и пути, по которым могут приехать или прилететь гости. Путеводитель по Туве был представлен в числе заявленных 446 проектов из 67 субъектов страны. Финалистами конкурса стала только половина участников, 121 проект из 36 регионов, в том числе и из Тувы. В ближайшие сутки по республике облачно с прояснениями, местами небольшой умеренный снег, на дорогах местами гололедица. В Кызыле облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ночью -7, -9 градусов, днем -2, -4. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Арадане погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром -14, днем -2. На Полке облачно, без осадков. Температура утром -14, днем -8. В Танзыбее облачно, без осадков. Температура утром -14, днем также -8. По всей трассе проезд удовлетворительный.